Израильские войска закрыли бюро Аль-Джазиры на оккупированном западном берегу. Несколько дней назад солдаты совершили налет на офис Аль-Джазиры. Они конфисковали документы и оборудование, чтобы помешать освещению телеканалам войны в секторе Газа. Вот заявление, которое до нас довела израильская армия. В нем содержится приказ закрыть наш офис Аль-Джазира на 45 дней. Такое решение принял один из израильских генералов. Он приказывает немедленно покинуть офис, забрав личные вещи и камеры. Работникам дали 10 минут на то, чтобы собрать свои вещи и покинуть помещение. Офис закроется на 45 дней. По какой причине? Причина указана в заявлении. Вы можете с ним ознакомиться. Дайте нам его копию. Я дам вам сохранить копию этого заявления с собой. И по любым вопросам или проблемам вы можете пойти поговорить с нашим военным командиром в военном штабе. Такие действия в отношении Аль-Джазиры не редкость для израильской власти. Журналисты и работники регулярно подвергаются обыскам и нападениям. За последний год в Газе было убито 173 представителя средств массовой информации. Ведь именно они являются главными вещателями происходящего беспредела. 24 часа в сутки освещают то, что творится на оккупированных территориях и в секторе Газа, где погибло уже более 40 тысяч палестинцев.